Воскресенье на ТВ Рус. Когда мысли заняты тем, как выжить. Вам кого? Срочно надо что-то поменять. Надолго к нам, или как? А? Да. Или лучше завести бабушку. Дай бог между ног крепкого здоровья. Или китайскую бабушку. Все это у вас не фен-шуй. Живете как в склепе. Или срочно поменять и завести китайскую бабушку. В чарку с вином. Ласточки, не уроните глины комок. Ты смотри, что она с моим балконом сотворила. Перед людьми стыд. Ты смотри, что делать. Стоп. И тогда обыкновенная жизнь превратится в праздник. Яркая женщина. Вы, наверное, Павел, заядлый охотник. Нет, я боюсь убить. Китайская бабушка. В воскресенье на ТВ Русь.